Здравствуйте. Сегодняшний гость Игорь Ермолаев, член Международной федерации журналистов, член Национального союза фотохудожников Украины. Здравствуйте. Здравствуй. Вернулся он сейчас из очередного воежа, будем так сказать. Причем месячного. Да, побывал он на Цейлоне. Вот когда я думаю, стоило мне поехать куда-нибудь в такое путешествие, я думаю, вот я поднялся утром или вечером у себя дома, да, и расскажи, как ты продвигался до самого Цейлона? Вот расскажи. Вы не поверите, на самолете. На самолете. До самолета-то нужно было еще добраться, правда же? Конечно. Ну, вы понимаете, если ты уже задумал что-то, это значит, это возможно. Все, любая мысль, она материальна. И если ты продумал в голове и твердо решил, что эта поездка будет успешной, интересной, безопасной, уже половина задачи сделана. С уверенностью и знанием и опытом возможно самая невероятная экспедиция. И вот я доказываю это своей жизнью. А скажи, в этой жизни, в этих поездках, ты же иногда предчувствуешь опасность или нет? Конечно, и опасность, и очень часто приходится принимать немедленные решения. Угу. Голова работает в такие минуты, как компьютер. Иногда это опасность, иногда это ошибка, от которой зависит успех всей твоей экспедиции. Да, конечно, нужно быть готовым, всегда иметь трезвую голову, как говорится, холодный разум и ничего не бояться, потому что мир, в принципе, в своем, он добр, он изобилен. Если ты к нему подходишь правильно, то и он тебе отдает добро. Вот мне кажется, что я бы лично, понимаешь, гораздо, так сказать, легче продвигался дальше по тому Цейлону, чем вот отсюда, от Николаева до того самолета, через всех этих пограничников, через всех этих таможенников, через всех эти паспорта, через все эти неудобства, через все недосыпания, неправда, такое у тебя было в этой поездке? Ну, практически или нет? Каждый раз, но это неизбежные вещи. Ты никак не отменишь, до самолета нужно, естественно, доехать поездом или автобусом. Так, вот. Самолет вот. Откуда был? Самолет из Киева в данном из случае. Из Киева? Да, естественно, добраться надо до Киева. Насчет таможенников, пограничников, это в большинстве своем уважаемые люди, которые выполняют нужную для государства работу. Поэтому к их работе я отношусь всегда с пониманием и, можно так сказать, с сотрудничеством. То есть, да, вот бывают иногда ситуации, люди возмущаются, иногда ругаются, что там досматривают их вещи. Но надо понимать, что мы сейчас живем в очень неспокойном мире. И вот относиться... поэтому я спросил, да, у тебя. На... Конечно. Вот именно поэтому. Я всегда отношусь с пониманием. И скажу так, что с какими-то случаями явного беспредела со стороны таможенников или пограничников лично я не сталкивался. Тоже они смотрят, что за человек, какая у тебя визовая история, как ты себя ведешь, как ты одет, твое поведение, твоя адекватность. И если ты с пониманием относишься к их законным требованиям, обычно проблем не бывает. Ты знаешь, что меня напугало? Я где-то в интернете один раз прочитал, что есть новый тип мошенничества, допустим, в аэропортах, когда просто тебе в рюкзак засовывают какую-то пулю, да? Или патрон, да? А потом хопа, и говорят, что ты террорист. Так этого ты не боишься или это неправда? Вы знаете, с такой ситуацией я столкнулся в Средней Азии в 2003 году, когда просто остановили на улицах люди, ну, скорее всего, это были переодетые, или лжемилиционеры, скорее всего, которые помахали какими-то корочками, взяли под руку и увели в какое-то помещение. Кого, тебя? Да, конкретно, и стали, значит, вот так и так, вот у вас деньги, покажите ваши деньги, а у вас деньги фальшивые, так может мы поищем еще и найдем пакетики какие-то, вы там наркокурьер или что, то есть, ну, это явный, кажется, беспредел, это бандитизм, вот, тогда просто забрали половину денег, к сожалению, и отпустили. Вот так. Но вот это, видимо, явные бандиты просто. Одно время в Средней Азии был такой, скажем так, правовой беспредел. По поводу государственных, назовем, служащих,
Я очень сомневаюсь, что занимаются такими вещами. Почему? Значит, аэропорты, вокзалы – это объекты повышенной опасности. Все находится под прицелами телекамер. Mm-hmm. И если, скорее всего, контролирующие есть органы со стороны, в нашем случае это может быть СБУ, может быть какие-то спецслужбы, которые это все контролируют. Если они увидят на камере явно, где к человеку подбрасывают какие-то запрещенные предметы, я думаю, что это будет очень серьезное разбирательство и уголовное преследование. Я сомневаюсь, что этим занимаются официальные лица на пограничной или таможенной службе. Нет, тут, наверное, такие же мошенники, как в Средней Азии. Ну, в таких случаях чего их бояться? Если ты ни в чем не виноват, ты должен вызвать полицию. Если они тебе угрожают, полиция, но или когда чем-то, ты бы, ты сам когда же ты успел бы, тебя же они увели в какую-то комнату и как. Значит, там это дело, это было прямо в центре Бишкека. Прямо в центре. Это даже не в да, это то есть там не было рядом, назовем так, не было кого позвать на помощь. Допустим, если это был бы полицейский в форме, обязательно позвал бы. Угу. Вот. В аэропорту или на ЖД-вокзале ты сразу можешь увидеть служащих в форме. Угу. Даже если это будет не милиционер, пусть это будет служащий железной дороги. Ты говоришь, так и так, ситуация, вызывайте полицию. Игорь. То есть выйти можно из любого положения, если ты с собой взял одну вещь, как я говорю на своих творческих вечерах. Она очень небольшая, весит 1,5 килограмма, называется человеческий мозг. Если ты ее взял с собой, то ты выйдешь из любой ситуации. Главное самому не нарушать законы. Вот сейчас немножко хочется допинга для своего мозга. Я хочу чаю. Цейлонского чая. Вы знаете, угощай, совершенно пожалуйста. Случайно. Вот такой рояль в кустах. Совершенно случайно. Значит, тут особый разговор. Чай этот непростой. Я думаю, что я вас удивлю. А вы когда-нибудь пили чай с человеком, который его собрал собственными руками? Я думаю, никогда. Значит, ты имеешь в виду, что ты вот это все своими руками с плантацией привез через совершенно все кордоны, верно. Таможню и границы, привез сюда к нам, да? Чай, слава богу, пока еще не запрещенный предмет. Да. Как известно, это самый популярный напиток в мире. Угу. Кстати, к моему удивлению, на втором месте не кофе. А как вы думаете, что на втором месте? Я думаю, грузинская чача. Ну, близко. Пиво. Как ни странно, пиво. Да, это понятно, да, конечно. Существует только вся Европа пьет пиво. Да, две страны, в которых пиво популярнее, чем чай. Только две страны существует. Это Англия и Ирландия. Mm-hmm. Вот такая интересная подробность. Ну, я сделаю небольшое объяснение. Дело в том, что сейчас у меня была месячная экспедиция на Шри-Ланку. Так. И, ну, как же не побывать на знаменитых чайных плантациях? Вот, Липтон, Сан-Клер и других. Так, мало того, что мне удалось попасть на эти плантации, я собрал собственными руками чай вместе с сборщицами. Вот, кстати, как выглядит чай, ну, который... Ну, покажите, покажите. Да, который только собранный из куста, так. И необработанный. Mm-hmm. Необработанный. Вот. Он выглядит очень... Привлекательно. Ну, не прочим. Очень привлекательно. Мне нравится. Сырой полуфабрикат. Ну и да. Хорошо. После этого вот этот тюк, который я собрал, мы, кстати, посмотрим интересный сюжет, связанный с этим. Тюк был отправлен в большой чан на фабрику Сен-Клер. И прямо, так сказать, после ферментации, после которого появляется вот этот вот его необычный терпкий вкус, вот эти да, афламины, это да, вот появляются. Я очень чувствую, да. Да, вот это конечный результат. Вот так. Этому чаю получается меньше месяца. И здесь есть частичка моего труда. Это уже конечный продукт. Спасибо и, тебе, и вот что вы, ты угощаешь меня. И вот вы, пожалуйста, пьете самый что ни на есть чаем. Натуральный, стопроцентный, неразбавленный. Краснодарским, допустим, каким-то чаем или да. грузинским. Это из Цейлона. Да, и если, может быть, мы сейчас и посмотрим сюжет. А давай посмотрим. Да, конечно, да. посмотрим. Увидим эти знаменитые плантации, как да. они выглядят. Пожалуйста. Поехали, все, поехали. Моя долине,
Это те самые чайные плантации Цейлона, которые мы знаем по нашим пачкам чая. На самом деле, вот так вот женщины целый день тяжелую работу делают, собирают всего лишь вот два листочка, вот эти вот верхние, и кидают назад такие специальные мешки. Представляете, сколько нужно собрать этих вот песочков, чтобы получилась пачка чая. Работа тяжелая и, увы, женская почему-то. И вот назад. Раз, два и назад. Раз, два и назад. Раз, два и назад. Раз, два и назад. И так целый день на жаре. Старшее поколение знает, что цейлонский чай самый лучший в мире. И, похоже, я в этом тоже убедился. Сейчас мы находимся на плантации Сент-Клер и чайный центр Сент-Клер, где можно попробовать множество сортов чая. Я попробовал вот экзотичный фирменный Сент-Клер. Действительно, очень классный аромат, такой нежно-терпкий вкус. В общем, Шри-Ланка держит марку. Я помню, в советские времена, да, цейлонский чай можно было только найти и купить за небольшие деньги на базе по большому блату. Но его разбавляли на одесской чай-разведочной фабрике. Все равно, да? Да, в общем, ну, по крайней мере, я читал об этом в прессе. Вот. Кстати, я хотел показать, вот это конечный продукт, вы видели там здание. Вот это такое, было такое, да? Да, это назовем так полуфабрикат. Ты положи сюда, потому что ты высокий. Хорошо. И операторы, они просто не успевают, им лучше вот так взять. Вот то четырехэтажное большое белое здание, это и есть фабрика, на которой вот производят такой вот конечный продукт. Он проходит через специальные машины, ферментуется и потом рассыпается в специальной упаковке. Я, кстати, хочу отметить, что вот каждую секунду на Земле выпивается 2 миллиона чашек чая. Представляете? Каждую секунду. Где столько чаю? Вот. На каком Цейлоне столько чаю растет? Ну, так вот Цейлон занимает третье место в мире после Китая и Индии. И это главный его экспортный продукт. Но когда ты вот бросал туда, чик-чик-чик-чик-чик, ты попадал или нет? А попадал, там большой достаточно такой круг, да. Вот. Но у меня это не так быстро получалось. Пока я насобирал вот столько, женщин насобирали вот столько. Ну вот, маленькие, худенькие такие. Ты там взвесил, сколько ты собрал или нет? Ну, вот такую где-то вот охапку. А, вот так, да? Да, да. И я хотел еще добавить, что также был на плантациях Липтона. Вот это ж как раз сэр Томас Липтон, который на грани 19-20 веков, он даже был, будучи простым бакалейщиком из Глазго, он получил рыцарский титул, звание сэра, за то, что он развил чайный промысел на Цейлоне и способствовал его торговле с Англией. То есть там целая интересная история связана. Ты знаешь, что две вещи, значит, у меня после просмотра этого сюжета, даже три. Первое, что он хорошо и снят, и смонтирован, и сделан. Второе, очень точное, я могу сказать, что почти все в дымке. Дымка. Вот ощущение, водяной пар. Ощущение того, что это
Это высоко уже в горы, да, или дело нет? В том, что вообще, как ни странно, именно на Шри-Ланку чай завезли китайцы все-таки. Это не его родное растение. Ах, вот так? Да, все-таки на этой земле он прижился. Да, в середине 19 века. Но там оказались вот на склонах Нувара, Эйлия, Эйлия, Канди практически идеальные условия для выращивания. Почва хорошая, влажность, видите, там водопады все время вот эти текут, это явно видно, что влаги много, чай берет много влаги. И третье, я не сказал, что на меня произвело впечатление, это то, что, ну, сколько мы таких сюжетов видели и в интернете, и по телевидению, все, и путешественники, и журналисты, все обязательно снимают вот эту фабрику, все это показывают, конечно, и так далее. Но от того, что мы сейчас смотрели сюжет, что собрано нашего николаевца, да, от того, что он собрал это все своими руками, понимаешь? Вот тут это 100%. От того, что это прямо с той плантации, прямо сюда, к нам в студию, николаевскую. Свежачок. Это удовольствие, конечно. А вы заметили терпкость, такой немножко привкус зеленого чая, вот такой небольшой? Да? Потому что он очень-очень свежий. Он да? еще некоторое время подсушивается, выдерживается еще. Ну тогда скажи, что такое зеленый чай? Вот черный, это что? А зеленый чай — это просто высушенный чай. И больше ничего? Да. А это что, не высушенный? Да, нет, он еще и ферментизованный, да? Специально, да, да. Вот это привкус, эта терпкость дают теофламины, которые вот, они полезны очень, они антисептики и придают вот такой вкус. И, продолжая пить чай, хочу же со самым главным, об экзотике, о Шри-Ланке, об этих лесах. Ты все увидел это и все снимал, рассказывай. Да, вы знаете, за месяц, конечно, успел посетить джунгли знаменитые. Очень-очень красивая природа. Кстати, это вот яркое различие между Индией и Шри-Ланка. Там практически живность на каждом шагу можно видеть. Двухметровый варан можно в центре города просто увидеть. Вот. В центре какого города? Ну, вот, допустим, Маталы. Город Маталы, вот там, да? Я конкретно в центре города видел здоровенного варана. Это если варана. У нас в Николаеве бегали кабаны, они уже приблизительно так. В Европе бегают, да, кабаны. В Сибири, в центре города обезьян много, выше, варанов, да. И так далее. Ну, конечно, самое главное – это джунгли. Дело в том, что на Шри-Ланке там очень умно и бережно все сохраняют. Где-то приблизительно 15-20% всей территории острова отданы под национальные парки и заказники. И таких практически заборов нет. На некоторое время, вот, допустим, на день-два, можно погрузиться в эти джунгли. Разумеется, так сказать, соблюдение мер безопасности. Есть определенные опасности, конечно. Некоторые нужно там какие-то меры нужно прикладывать, чтобы выжить там. Ну как вот погрузиться, ты сказал? Кто-то же должен или позволить, или повезти тебя туда. Если это на 10-15 километров, то да. можно, в принципе, самостоятельно. Я там ничего не ломал, не бил, и ты что, пошел, да? Да, да. С рюкзаком, все как конечно, положено. Конечно, да. Там главные правила. Это первое. Не трогать все, что ты не знаешь. Яркая, сильная предупреждающая краска. Потому ничего, что много ядовитых гадов. И ничего на вкус не пробовать. Да, фрукты, если яркие, красивые, если точно не знаешь, тоже не пробуй. Да. Всегда знать, куда вот ногу поставил или руку, внимательно смотри. Потому что ты можешь ухватиться просто за змею или паука размером с кулак. Но ты до этого начитался и был осторожен. У меня опыт выживания опыт уже есть. Есть. Да, в 1996 году в Индокитае у меня достаточно был долгий поход по джунглям. Вот. И на ночь нужно ставить палатку под защитой деревьев, между деревьями, потому что слоны ходят. Слоны ходят, могут просто нечаянно затоптать. Наступить, да? Да. Ну, в принципе, давайте лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так давай посмотрим, я посмотрим с удовольствием. Посмотрим сюжет, я его прокомментирую. Давайте смотреть сюжет. Вообще вседесущие животные, очень любопытные. Это первое, что тебя встречает, когда ты проснешься. Вот вышел из палатки, это значит сразу обезьяны. Ну, насекомые, гигантизм насекомых, вы знаете, это встречается в джунглях. Если бабочки, они размером больше вот этой тарелки. Если какие-то личинки, это вот размером 5-10 сантиметров. Такие здоровенные. Можно, пожалуйста, дальше.
Небольшие водопады и водопадики – это особый разговор. Я снял больше 2,5 часов видеосъемки, и в том числе вот там очень замечательные водопады, красивые. Этим тоже она сильно отличается от Индии, от Непала. Цветы – это особый разговор. Как вы видите, это просто райские цветы. Более того, именно многие считают, что рай – это и был Цейлон. Дело в том, что на пике Адама, где-то он 2,5 километра, находится отпечаток ступни Адама. Это священное для 4 религий место, по-моему, единственное в мире. Поэтому многие считают, что прообраз рая – это именно остров Цейлон. Угу. Вот эти мангровые заросли, воздушные корни – очень необычно. Ну, есть такое ощущение, что это… Да? Да, повышенная что влажность, рай. Конечно, очень сильная. Иногда кажется, что ты дышишь водой, конечно. Заметно, конечно. И время от времени идет дождь, нужно иметь плащевик. Угу. Ну, он проходит, и дальше все отлично. Зато краски вот здесь, они абсолютно не добавлены фотошопом насыщенность. Абсолютно. Это такие яркие, сочные, свежие, райские просто цвета. Так чем это же отличается вот это от Индии? Вот. Индия в большинстве своем все-таки такая, ну, скажем, но меньше, более тоже. Степная, гористая. Здесь гораздо больше джунглей, процентное соотношение, назовем так. Ты можешь увидеть это. Но джунгли больше. Тоже на высоте? Нет, нет, джунгли по-разному. Внизу, да? Они, да, чаще всего, назовем так, в низменности. Ну, но горная часть, вот там, где мы видели скалы среди ну, них, вот... В чем ты был обут? Это нужно было подходить по этим всяческим... Ну, непромокаемые кроссовки, ну как, относительно непромокаемые ну, кроссовки. Да. Но зато вы посмотрите, все эти трудности, какие-то относительные опасности компенсируются какими сочными, яркими красками. Это просто рай настоящий. Что ты в это время думал, когда все на это смотрел? Вот скажи. Я всегда думаю одну и ту же фразу, когда я это вижу. Да. Вот бы, если мои друзья были рядом со мной. Точно, совершенно вот точно. Были, да, но почему совершенно так трудно точно, найти да. спутников? Ну почему? Ну, когда, ты... когда мы хотим, ну доходит до дела. Да. У нас работа, у нас дети, да. у нас заботы. Ну у меня же тоже работа, заботы, все это, ну... Ну, посмотрите, какая красота. Ну, а теперь давай все-таки самое главное. Экзотика. Так вот, еще продолжается. А вот ну, посмотрите, вон вараны, он какие здоровенные. Вот это утром пришел к палатке варан, представляете? Слоны дикие. Слонов диких можно увидеть, ну, где-то, наверное, 100 видел. Угу. Вот. Какие необычные растения. Вот это воздушные корни на самом деле. Угу. Это не ветки. Вот, с обезьянами надо, правда, быть осторожным. Если что-то осталось вне палатки, или у тебя, и уворуют. Да, на шее у тебя фотоаппарат, на голове шляпа, могут стащить. Да, унести просто из любопытства. Ох, на каком дереве, а? Да, да, было непросто добраться. Ну, вот купаться это. Тоже осторожно. Дело в том, что крокодилы есть. Буквально за день, по-моему, до меня в речке съел крокодил англичанина. О, Господи! Поэтому надо быть очень осторожным. Ну, как, хоть какой-то нож у тебя а вот посмотрите, бамбук. Это не наши удочки бамбуковые. Ну, да. Вот. Высота этого бамбука сколько? Ой, вы знаете, метров 30. 10 минимум. Даже... Да, вот совершенно какие-то необычные эндемичные деревья, растения, которых, ну, и в Индии это не встретишь. Да-да-да. Более того, на Цейлоне более 750 видов лекарственных растений. Ага. Поэтому вот именно аюрведические вот эти процедуры, гомеопатические сборы, они очень популярны. И местные жители практически лечатся от наборами этих трав. Пьют Всё. Этот чай каждый день по много раз. Да. Игорь, теперь люди, встречи, интересное рассказывай. Ну, наверное, мы посвятим этому отдельную передачу. Но как бы, все-таки для затравки. В двух словах я просто что скажу. В основном люди, конечно, приятные, интересные, гостеприимные. Если, вот, допустим, у меня был случай в Анурадхапуре, я жил, ну, совершенно, можно сказать, в бедняцкой хижине. Mm-hmm. Вот. Ну, там странная такая ситуация, бедняцкая хижина, но там есть и телевизор, и там даже есть Wi-Fi. Понятно. Вот, компьютер и так далее. То есть у них иногда бывают вот такие парадоксы. Причем, значит, приняла юная маленькая девочка, там, ей там, наверное, может быть, от силы лет 18-19, только окончила школу.
Вот, вот, пожалуйста, гостеприимная такая, приятная. Все, я принимаю твое предложение, да, что мы продолжим этот разговор. Конечно, конечно. Ты еще смонтируешь несколько роликов. Несколько роликов. Будет ролик интересный очень по пещерным храмам. Там, оказывается, даже не в Непале, а здесь есть специальные храмы для погружения в состояние самадхи, самати. Невероятно красивые. Водопады, это отдельный разговор. Хорошо. Конечно. Значит, предложение принимается. Тебе спасибо. Подготовим, да. Спасибо за то, что ты меня угостил. Я вот, видишь, как я никогда не пил такого цейлонского чая. Вот этими руками собран. Я тебя прошу, если ты в следующий раз придешь, да, принеси еще, чтобы мы уже о Цейлоне говорили все-таки в сопровождении этого чая. Сегодня мы пили Сантлер, ни в коем мере не заангажированы, не проплачены этой фирмы. А в следующий раз мы выпьем настоящий Липтон. Ага. Он, правда, мною не был собранный, но куплен конкретно в выставочном, назовем так, демонстрационно-выставочном зале Липтона. Хорошо, спасибо тебе, что ты пришел. Молодец, что ты побывал на Цейлоне. Молодец, что ты вернулся оттуда. Молодец, что у тебя столько впечатлений. До следующей встречи. Всего доброго. Спасибо тебе. Всего доброго. Вам, дорогие телезрители.